Сегодня будет мало баскетбола, но много классных девчонок. Приезжаем в основном за два-три часа до начала матча. Как минимум мы разминаемся и обязательно прогоняем номера от начала до конца. А если есть новые, то заново разводимся, то есть доучиваем, что не доучили. Подбираем музыку мы все вместе, как бы думаем, что больше привлечет как бы зрителей, что больше запомнится. А создание – это уже секрет каждого постановщика. То есть кто-то придумывает там про себя там дома, кто-то придумывает в зале. Это творческий процесс, который вот в четкие рамки я не могу вам описать. Мы расстраиваемся всегда, когда поражение, переживаем за них. Ну, без этого никак. Мы рядом, как минимум мы ближе, чем трибуны. Мы, я считаю, что часть команды. Мы болеем всей душой за команду, конечно же, мы Я думаю, каждая девчонка мечтает оказаться в группе поддержки. Я не смогла устоять. Так же. Это на самом деле очень сложно. Видимо, мне никогда не быть в группе поддержки, но надеюсь, может быть, у вас что-нибудь получится.